Для ограничения в дееспособности гражданина необходимы два взаимосвязанных условия. Это злоупотребление спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотропными веществами, а также постановка своей семьи в тяжелое материальное положение. Гражданин, ограниченный в дееспособности, вправе самостоятельно совершать лишь мелкие бытовые сделки, совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими, такое лицо может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный вред. Дело о признании гражданина ограниченно дееспособным может быть начато по заявлению членов его семьи, прокурора, органа опеки и попечительства. Если у вас возникла подобная ситуация и член вашей семьи вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами ставит семью в тяжелое материальное положение, вы можете обратиться в прокуратуру Лидского района с соответствующим заявлением для организации проверочных мероприятий. Кроме того, следует отметить, что ограничение в дееспособности не является пожизненной мерой. Ее можно отменить, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан ограниченно дееспособным. В таком случае отменяется и установленное попечительство.